Закончился первый раунд. Красным углом отдыхает Нурсаид Неминджанов, кандидат в мастера спорта из города Ош. 1999 года рождения, боксом занимается 7 лет, счет по ям не ведет. Бронзовый призер чемпионата Крымской республики 2018, 2019 и 2020 годов. Тренируется под руководством Бегонаса Султанбаева. К данным соревнованиям готовили заслуженный тренер Кыргызской республики Тургалов Омуров и Бегонас Султанбаев. Thank you.
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта Джекшилы Николай Беков, город Бишкек. 1994 года рождения, боксом занимается 7 лет, счет боям не ведет. Тренируется Джекшилы под руководством Акайката Абаева и Дамирдина Расмендеева. Данным соревнованием готовил Акайкат Абаев. Для награждения приготовится боксера весовой категории 63,5 килограмма. Победу одержал Джекшилы Николай Беков, город Бишкек.